Команда дана, и конвейер дает первую продукцию. Почти все делает автоматика. Линию обслуживают всего 2 человека. Сервисный металлоцентр «Алабуга» стал первым подобным в Поволжье. Ближайший такой находится в Калуге. Инвестиции в проект превысили 1 миллиард рублей. Это только начало нашего сотрудничества с Магнитогорским металлургическим комбинатом Челябинской области. Вот это реально на горизонтальных связях мы двигаем экономику нашей страны. На церемонию открытия приехали губернатор Челябинской области Борис Дубровский и председатель совета директоров Магнитогорского металлургического комбината Виктор Рашников. Очень много очень хороших проектов. Это один из них. И то, что в принципе мы точно получаем синергию, которая дает и новый экономический толчок в нашем развитии. Ну а соответственно, мы все работаем на то, чтобы жизнь наших граждан стала лучше. Уверен, что этот проект дает этот результат. Изделия завода представляют из себя вот такие вот рулоны стальных листов. Из них потом будут штамповать детали для кузова автомобилей. И таких заготовок в год завод сможет выпускать 60 тысяч тонн. Производство позволит замкнуть полный цикл российским производителям и иностранным автоконцернам, которые работают в нашей стране. Так продукция пройдет для производства Джошкуна Салабуга, который расположен по соседству с новым заводом. Конечно, когда есть преимущество в логистике, это положительно сказывается и на качестве. С точки зрения покупателей, мы можем гарантировать достаточно значительную часть своей себестоимости в рублях, который не будет подвержен девальвации и колебаниям цен, то, что сегодня на рынке происходит. Строительство завода заняло 1,5 года. Отметим, что здание впервые построила управляющая компания «Алабуги». Помещение будет сдаваться резиденту в аренду. В особой экономической зоне этот завод стал 24-м по счету. Дмитрий Аринин, Марат Саидгараев, ТНВ, «Алабуга».